Здравствуйте, меня зовут Мария Александровна Синякова. Я представляю независимый профсоюз «Университетская солидарность». Эта организация была создана в 2013 году и объединяет преподавателей и сотрудников высшей школы. Она является членом КТР, Конфедерации труда России. Необходимость создания такой организации связана с тем, что официальные так называемые ФНПРовские профсоюзы далеко не всегда эффективно выполняют свою работу по защите трудовых прав сотрудников. Наша организация и я лично, как ее член, выступают против предполагаемой пенсионной реформы, так как реформа, во-первых, является по сути своей ограблением всех людей, которые уже начали работать, но еще не вышли на пенсию. Во-вторых, эта реформа глубоко непатриотично, вредна для нашей экономики, приведет к уменьшению заработных плат, к уменьшению денег, которые находятся на руках населения, а значит, к уменьшению его покупательной способности и ударит по всей экономике России. Перспективы нашей борьбы – это, пожалуй, самый сложный вопрос, потому что трудно предвидеть будущее, но тем не менее я надеюсь, что нам удастся отстоять наши права, нам в данном случае, я говорю о всех гражданах России, и в том числе об активистах нашего профсоюза, и удастся отстоять в том числе и наши пенсионные права. Девизом нашей организации «Университетской солидарности» являются слова «В борьбе обретешь ты право свое». Если мы не будем бороться, мы свои права никогда не защитим. «Университетская солидарность» как член штаба по противодействию повышению пенсионного возраста поддерживает идею проведения митинга 16 сентября 2018 года и призывает всех принять в нем участие.